Уважаемые болельщики, завтра мы вас ждем в 19:00 в центре волейбола. Нам очень нужна ваша поддержка. Приходите, мы будем рады вас видеть. Бери. Our mood is really good, like you all can see we come in this moment after a lot of win matches, so it's a really positive moment for us. We work good, we feel good and we can't wait tomorrow. Настроение великолепное просто. Не, на самом деле хорошее, мы готовимся. Вот, команда у нас настроена, тренер у нас тоже настроена, как видите. Все хорошо, мы готовимся. Ну, в целом все стандартно. В отличие от того, что очень серьезная команда, очень серьезный матч. И, естественно, мы понимаем, что завтра будет битва. We know that tomorrow gonna be a tough game and hard game against one really good team. And but we will try. I know them after Monza, one more Italian team, Busto, really hard, our pool is really hard, I can say. I know them, with some of them I also play, so they're second in Italian league, so this means a lot. Tomorrow for sure we're gonna try in our home to play, to show really good volleyball and to take some points home. Я думаю, будет очень хорошая защита и атака, очень быстрая игра, и это будет очень тяжело, потому что мы уже сегодня провели собрание, посмотрели их игру, и серьезно, соперник. Будем с ним бороться. В целом можно выделить всю команду, потому что команда крепкая, команда защитная, команда с хорошим приемом, хорошие центральные игроки, которые играют много первым темпом. Поэтому, наверное, одного там мне никого... Ну, может быть, диагональную, конечно, американку, которая достаточно большое количество мячей получает в атаке. Every year that I play in Italy, like last 7 years, every time I remember Busto like defending a lot, and this is still like this. So good team and good organization, fast they play fast volleyball. So how I say, gonna be hard, but I'm sure that in front of our crowd gonna be everything easier. Я не знаю, может быть это связано с ростом игроков, может быть это просто с качеством или тренировками, не могу сказать, не знаю. Но надо стремиться к такому волейболу, потому что это будущее и нужно учиться этому. Я думаю, что завтра будет побыстрее игра. Эта команда играет побыстрее, чем Монца. Я еще раз повторюсь, хорошие первые темпы, которые играют быстрые передачи. И края диагональные. Поэтому завтра будет быстрее все. Глядите нас на Динамо ТВ.